Все, уже началось. Ну, что можно сказать? Как обычно, в боевом темпе, за один день, когда все успели порадоваться, пообщаться, пострадать, погрустить, выяснить что-то новое. Вот, я думаю, каждый привезет разные впечатления, ну и дополнительный опыт, какие-то знания, знакомства и так далее. Вот, мы провели наш турнир, я думаю, что в целом мы были довольны. Причем мы даже видели сегодня вице-президента Российской Федерации, неожиданно, да, как казалось, поучаствовали в небольшом квесте, сколько у нас городов есть. Наталья Славовна, вы хотите, чтобы на вас обращали внимание? Нет. Тогда, пожалуйста, ничего не делайте. Это закон такой. Если хотите, чтобы никто не обращал внимания на того, кто выступает, делайте что-нибудь реально. Пусть смотрят все на вас. И... Давайте похлопаем Наташу. Ну, с кого начнем? С участников? Да. Именно с тех, кто... Ну, давайте. Значит, Старцев Егор впервые играл сегодня в турнире. Подылин Никита. Лебедев Илья. Извините, что Илью пришлось... Я не первый раз играю, я второй. Нет, я уже дальше играю по занятым местам. Федор. Он убежал. Все, он без самолета станет. Травкин Александр. Запуск самолета. В смысле? Я по разу пошли. Уходим, мы запускаем в коридор. Чернова Анастасия. Так, я кого-то пропустил, мне кажется. Слушайте, я точно пропустил, извините. Прям много людей пропустил? Так. Потом никого, да, я пропустил я. Да? Да. Костицын Георгий, Сташкевич Абдурахман, Сыроежкина Анастасия. Также Анастасия получает грамоту за третье место в номинации девушек и положенную к этому медаль. Аплодисменты, Настя. Андропов Егор. Ковалевская Валерия. Валерия также, помимо красного самолетика, получает грамоту и медаль в своей номинации. Медаль, да. Какой-то потом отсюда Андрей Сергеевич сфотографировать. Все серьезно. Место даже. Ты же Ковчанка. Ковчанка, давай. Травкин Дмитрий. Соков Александр. До 12 лет у нас оказался самым лучшим, и тут ему какой-то специальный приз подготовили. Покажешь. Далее.
пытаюсь вручить в свое время Крафту, я помню, года 4, наверное, да, этому человеку. Недавно видела, кстати. Да. И медаль лежит, и грамота. Но наконец-таки награда нашла, другая награда нашла в герое, да? Сайгар Алар. Вот. Лучшая номинация. И кубок. Красный. Сюда, вот сюда, на фотофото. А можно всех девочек вызвать? Да, девочки все. Девочки. Все с самолетом. Все с самолетом. Тряпший Сергей. Третье место в номинации занял Шайо Святослав. Второе место у Гудкова Семена. Есть еще красный и синий самолет. И желтый есть. Давай. И чемпионом, обладателем Кубка Жуковского, надеюсь, постоянного, регулярного, соответственно, конечно, может быть, он не будет иметь такую славу, как Кубок японского посла, но все-таки Демичин Ахмат. Ему вручается 3 самолета. Фото. Как я их повезу-то? Не знаю. Полечу? Полечишь. Ты можешь это. Ну что, на этом наш турнир считаем закрытым. Желающие могут сфотографироваться около просвола. Нет, а обязательно сейчас будет видеосъемка, как запуск одновременных самолетов. В коридоре. Самый дальний. А мы в тебя целимся. Давай, побежал. Подожди! Ай! Заново, заново! Шикарно. Подожди, Может, подожди. Может, еще раз зимний?
самолеты. Смотрите, тут самолеты. Через 6 сидим. Ну что, можно запускать? Нет. Кто-то. Так, все готовы? Да, надо ближе, чтобы самолеты ближе, не попали. Все запомнили свои самолеты. Чужие не брать. Поехали! Раз, два! Еще раз вот, давайте! Теперь мы бежим! Я думаю, Сломают, они крепкие. Давайте заменим. Ладно, замену. Ну, сломался сюда. До свидания. Опа. Не зря на технику учишься, брат. Кому-то тяжело вести, можно вот так аккуратненько вытащить крылышки. Можно как веер использовать. Я думаю, это самолет. Ну да. Так, кто хотел проверить? Значит, можно какой-нибудь другой забрать самолет? Вот, для примера, красный, у которого снизу. Хорошо, не знаю. И этот улетел в потолок. Вот а там еще, вот смотрите, если у вас вот здесь, то он делает мертвую петлю. А что ж такое? Зачем вверх? Ой. Это свято? А. Роман, вы лучше все катаете. У тебя какой-то волшебник. А если бы вам не править, интересно. А, он не будет лететь правильно. Все, падающий самолет. Почему он у меня наверх летит? У всех нормально, потому что мне как-то наверх. Нормально. Осторожно, Настя. Ну, пойди, пожалуйста. Прошу делать. Ни в кого. Все, у меня так фиговый. Мальчики, помоги нам. Далее. Вставлю, можно? Можно, да. Начинаю. А у меня больше полетел самолет. Так, аккуратно. Так, это все потерял. Запуск. Так, ну что, не знаю, хочу. Мне кажется, у тебя будет дальше. Ага, ага, ага. Спасибо. До свидания. До свидания. Да, я не понимаю, что вы сделали. Стой, а давай теперь я попробую. Давай. Вот это ты мой. Давай. Раз, два, три.
А чтобы он не сворачивал, еще одна резинка есть? Третья, прикрепите. Да, так можешь? Давай так сделаем. И он будет уравновешивать. Потому что тут одно крыло выше, другое ниже, а если с другой стороны симметрично сделать, то... Да, давай. Давай самолет еще один. Как бы, а зачем? Саш, лучше в какую остаться? Сторону ты гениальный? Ту или нет? С Ду Питера как классно. Они во второй день играли со Свердловскими старыми. Не знаю, могу попасть. Давай. Оно не полетит. Оно первое тоже. Полети! 100% нет. Да, да 100% полети. А я. Что ему запускать? За крыло. Ой, вот так, давай. А, все, отойдите, а то выше. Разойдись. Да я попробую. Сейчас вопрос надо. Да, давай. Да, хорошо. Примерно симметрично. Только потом отдай мне мои самолетики. Да, я даже знаю, какие свои, какие мои. Вот что значит город инженеров. Вот. Так они хотя бы симметрично. Не, не прийти. Ты ищешь, не пойдешь, ты не пойдешь. Ты просто сделай симметрично, я не полицейский. Мне кажется, более-менее. Что надо? О! Саша, молодец! А я не знаю, это как себя. Можно ответить? Всем пока! 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 Всем пока! Саш, ты уходишь? Да, пока. До свидания. Пока. Пока.